illustrations, visual illustrations of biblical times, of life in biblical times. В самом лучшем случае, в идеальном варианте, археология может предоставить нам только различные иллюстрации и фрагменты, говорящие о жизни в библейское время. They can give us information that helps us confirm the accuracy of Scripture. Они могут предоставить нам информацию, которая подтвердит достоверность и точность Писания. And they can give us added information on how people lived during biblical times. Археология может предоставить дополнительную информацию об образе жизни людей в библейские времена. But they do not usually give us detail concerning the understanding of the events of the scripture. Но в то же время археология не может предоставить нам те необходимые детали, которые могли бы нам лучше понять те события, которые происходили. But when we go to the ancient manuscripts, then we're moving into what we call the written sources. Но когда мы говорим уже о различных рукописях, то это уже письменные источники. And when we're looking at the backgrounds of New Testament history, the three primary written sources come from the Jews, the Greeks, and the Romans. Когда мы говорим с вами об изучении исторического фона для понимания времени Нового Завета, мы имеем в виду три основных источника. Это иудейские источники, римские источники и греческие. Most important for our purposes are the Jewish sources. Естественно, что для нас наибольшую важность предоставляют иудейские источники. And there are three primary Jewish sources that are of great value. Три иудейских источника, очень важных и ценных, вам следует запомнить. One is the writings of Josephus, Flavius Josephus. Первое – это труды или работы Иосифа Флавия. A second is the Old Testament apocryphal books of 1st and 2nd Maccabees. А второе – это две книги. Первая и вторая книги Маковейские – это апокрифические книги Ветхого Завета. And third, we have the Dead Sea Scrolls, which we've already mentioned. И третий источник – это свитки Мертвого моря, о которых мы уже с вами говорили. So let's look first at what I consider to be the most important historical source of New Testament history. Прежде всего мы рассмотрим с вами то, что я считаю наиболее важными историческими сведениями, которые действительно необходимы для изучения истории Нового Завета. And those are the writings of Flavius Josephus. Это работы Флавия Иосифа. Now Josephus was born in about 37-38 AD. Иосиф Флавий родился в 37-38 году. That means he was not a contemporary of Jesus, he was of some of the later apostles. Поэтому мы с вами можем сказать, что он не был современником Иисуса Христа, но, скорее всего, был современником апостолов. He was born a few years after the death and resurrection and ascension of Jesus Christ. Он родился несколько лет после того, как уже произошло воскресение и вознесение Иисуса Христа. And he was a Jewish boy who was thoroughly trained in rabbinic thought. Это был мальчик еврей, который получил хорошее образование и был знатоком раввинской мысли. Early in life his brilliance was noted and he gained a reputation for being a good writer and historian. Еще в молодости он был известен как очень способный и умный человек, и этим он прославился. У него была хорошая репутация как писателя. He was also very gifted in diplomacy, and as a result, gained great respect in Rome. Более того, он оказался достаточно хорошим дипломатом, и настолько хорошими были его способности, что его уважали даже в Риме. Furthermore, he was known for his religious fervor, and he was even one of the Pharisees. Кроме всего перечисленного, он отличался также и религиозным рвением и был одним из фарисеев. Because being a Pharisee caused him problems, because he was a Pharisee, but he also was respected by Rome. Естественно, что тот факт, что он был фарисеем, причинял ему некоторые трудности и проблемы, так как он был с одной стороны фарисеем, а с другой стороны его уважали в Риме. But the Pharisees in general did not respect Rome. They didn't like the Дело в том, что в основном фарисеи не любили присутствие Рима, и они не могли терпеть господство Рима. And so when the first Jewish revolt occurred in
AD 66 to 70, the Pharisees were leaders of the revolt. И поэтому, когда произошло первое восстание в 66 году, и фарисеи были предводителями этого иудейского восстания, выступили против Рима. Now Josephus, having good relations with Rome, wanted to remain neutral in the in the revolt. А естественно, что у Иосифа были хорошие отношения, налаженные с Римом, и он хотел занять нейтральную позицию во время этого восстания. But being a Pharisee, it became impossible for him to be neutral and stay a Pharisee. Но так как он был фарисеем, он просто не имел права занимать нейтральную позицию в этом деле. Либо он фарисей, а если он фарисей, то он должен был воевать. And so he ultimately found that if I can't be neutral, I'm going to throw myself 100% into the battle. И тогда он сказал, что раз я не могу оставаться в нейтральном положении, не быть задействованным в эту войну, то я полностью посвящу себя этому сражению. And so he became one of the key leaders of the Jewish resistance in the region of Galilee. Поэтому он стал одним из руководителей или лидеров сопротивления иудейского в Галилее. He actually led his troops against the Roman general Vespasian. Он даже направил свои войска против римского полководца Веспасиана. And in the year AD 67, he was defeated at a place called Jotapata by Vespasian's armies. И в 67 году в местечке со странным названием Jotapata, что-то такое, да, Jotapata, он потерпел поражение. And he was put into prison. И его взяли в плен, отправили в тюрьму. Now the policy among the Jewish leaders was rather than allow themselves to be taken prisoners, that they should take their lives rather than face the interrogation of the Roman officials. Дело в том, что существовали определенные правила среди полководцев и фарисеев. Офицерам нельзя было попадать в плен, и вместо того, чтобы предстать на разбирательство или подвергаться каким-то пыткам и допросам, они должны были просто покончить жизнь самоубийством, если они проигрывали сражение. You see, the Jews were afraid that under pressure and interrogation and torture, the leaders would share the military secrets with the Romans. А дело в том, что они боялись, что все-таки полководцы не смогут выдержать пыток и во время допроса расскажут какие-то военные тайны или военные стратегии. But when Josephus was taken captive, he decided to go against the Jewish policy. Но когда Иосиф понял, что его забирают в плен, он решил нарушить это правило. He allowed himself to be taken prisoner, and he relied on his ability as a diplomat to get him through the crisis. Он пошел в плен и решил, что его дипломатические способности помогут ему как-нибудь выбраться из этой ситуации, из этого кризисного положения. And it worked. И действительно, у него это получилось. When he was brought before Vespasian for questioning, когда его привели на допрос к Веспасиану, he began by flattering Vespasian. Он начал льстить Веспасиану. And he said, "Oh, Vespasian, you are such a great leader." Он сказал: "Веспасиан, ты такой руководитель прекрасный." I can see that you are destined to someday be the emperor. Я предвижу, что настанет день, когда ты станешь римским императором. And I predict that you will someday be emperor. Я предсказываю, что ты действительно будешь императором в Риме. Well, Vespasian, being a typical Roman and human being, was Vespasian flattered by that. Был, естественно, римлянином, он был обычным человеком, и это ему польстило. So Vespasian's response was, "Okay, Josephus." И тогда Веспасиан сказал ему: "Хорошо, Иосиф. I won't execute you, at least not now. Я тебя сейчас не казню. We'll wait and see if your prediction comes true. Мы подождем, сбудется ли твое предсказание. If it doesn't, если не сбудется, I'm gonna have to kill you. То тогда придется тебя убить. But if it does, а если сбудется,
I will honor you. То тогда ты получишь честь и уважение. Well, as it turned out, within 2 years of that time, Vespasian did become. Оказалось, что через 2 года действительно Веспасиан стал римским императором. Well, Josephus is a very fortunate man, wasn't he? Иосифу действительно очень крупно повезло. Well, Vespasian not only honored Josephus and released him from prison. Веспасиан не только отпустил Иосифа из тюрьмы, выпустил его из тюрьмы, не только оказал ему честь. But he also adopted him as his son. Он усыновил его. And took him back to Rome. Иосиф стал его сыном, и он взял его с собой в Рим. And so he gave Josephus his family name. Именно поэтому у Иосифа появилась новая фамилия. Which was the name Flavius. Это фамилия Флавий. So that's where Josephus got the name. Вот почему Josephus мы говорим, Flavius. Что еврейский историк, а зовут его Иосиф Флавий. And so as the adopted son of Vespasian, he became a Roman citizen. Таким образом, после того, как Веспасиан его усыновил, Иосиф Флавий становится римским гражданином. And after the war ended in 74 AD, Vespasian lived the rest of his life in Rome. Died near the year 100 AD. И после того, как закончилась война, Веспасиан жил в Риме до своей смерти. Да, and, где-то это был 100-й год. While he lived in Rome a period of more than 25 years. Пока он жил в Риме, это был период продолжительностью 25 лет. Josephus wrote the histories which have become the basis of most of the extra-biblical studies of the New Testament era. У Иосифа была возможность написать книги по истории. И именно эти учебники или эти книги по истории стали основными документами для понимания истории Нового Завета. Almost every New Testament history book you read today gets most of its information from Josephus. Какой бы вы учебник ни взяли по истории Нового Завета, он будет основан на том, что написал Иосиф Флавий. And the writings of Josephus are still published today. А до сих пор публикуется то, что написал Иосиф Флавий. I have the complete writings of Josephus in my personal library. В моей личной библиотеке есть полное собрание сочинений Иосифа Флавия. And if I remember right, I think students here in the past have shown me that you have translate into Russian the writings of Josephus in your library. И в прошлые годы студенты мне показывали, даже из библиотеки приносили на русском языке работы Иосифа Флавия. В вашей библиотеке они, возможно, есть. And two of his works were of most significance for historical purposes. С исторической точки зрения важными мы считаем две работы. The first of these was called The Wars of the Jews. Первая работа называется «Иудейские войны». It was the Wars of the Jews is a 7-volume work. Это труд в 7 томах. Covering the history of Israel. Здесь описывается история Израиля. From the time of the rise of Antiochus Epiphanes. Со времени воцарения Антиоха IV Епифана. Which is about 175 BC. Это 175 год. Until the destruction of Jerusalem in AD 70. До разрушения Иерусалима в 70 году нашей эры. His second major work. Второй труд или вторая книга, которая также известна. Was called the Antiquities of the Jews. Называется «Иудейские древности». «Иудейские древности». And it covered the history of the Jews. В этой книге охватывается период в истории Израиля или в истории евреев. From their earliest days, going back to Abraham and Noah. С самого начала, начиная от Авраама, начиная от Ноя. Until the beginning of the first Jewish war. И заканчивается первым иудейским восстанием или первой войной иудейской. Now, living in Rome, Josephus and his fellow Jews experienced a great deal of prejudice. Естественно, что Иосиф жил в Риме, и также в Риме жили и другие евреи. Они подвергались различным предрассудком со стороны других людей. For the Romans considered the Jews to be barbarians. Римляне считали, что все евреи варвары. They were backward, they were superstitious, они считали they were uneducated. Суеверными,
отсталыми, необразованными. And so Josephus, although now a Roman citizen, still loved his Jewish heritage. Несмотря на то, что Иосиф стал римским гражданином, он все равно любил свой народ и не стеснялся своего происхождения. And so he wrote his particularly the antiquities of the Jews to show the Romans that the Jews had a very rich heritage and they were not barbarians. Именно поэтому он и написал эту книгу «Иудейские древности» для того, чтобы показать римлянам, что у еврейского народа очень богатая история, очень богатое наследие, и они не варвары. But we also need to acknowledge that Josephus was a vain man. A proud man. И в то же время мы с вами должны признавать тот факт, что Иосиф все-таки был гордым человеком и тщеславным. And so he wanted to establish himself as a scholar, a man of education. Он хотел представить себя как образованного богослова. A man of virtue. Он хотел представить себя как человека добродетельного. And he wanted to establish himself as a leader among the Roman nobility. И также хотел занять свое место в руководстве среди римской знати. And so a third work that he developed was his own autobiography. Поэтому третью книгу, которую он написал, это была его автобиография. That work is not as valuable to us in giving the background of New Testament history. Для нас эта книга не представляет ценности при изучении истории Нового Завета. But it did teach us a lot about at least what Josephus thought of himself. Но с другой стороны, именно из этой книги мы можем узнать, как много о себе думал Иосиф. When somebody writes an autobiography, и когда кто-то пишет собственную биографию, you wonder just how accurately they're writing. То, естественно, возникает вопрос, а насколько достоверно, насколько точно человек описывает все события? Exercises that I involved myself in over the last 5 or 6 years. Вот за последние 5-6 лет у меня есть одно занятие, которое я часто в качестве упражнения делаю. Was to review the history of my country. А я перечитываю историю своего народа, своей страны. By reading the biographies of every president we've had in the United States. Я это делаю следующим образом. Я читаю биографии президентов, которые были в нашей стране. 43 of them. 43 президента у нас было. And one thing I found was that I had to only read biographies written by somebody else, but not an autobiography of a president. Я понял, что читать нужно все-таки биографию президента, написанную кем-то другим, а не читать автобиографии. Because I found that if I read an autobiography. Потому что я обнаружил следующее: когда я читаю автобиографию, no matter how poor a presidential leader might have been. Каким бы плохим ни было руководство этого президента, как бы плохо он ни руководил страной. In his autobiography, he sounds like a very good person, a very strong leader. В своей автобиографии он обязательно будет очень хорошим руководителем и сильным человеком, сильным лидером. See, usually when we write an autobiography, we want to make ourselves look as good as we can. Потому что когда мы пишем сами о себе, мы все-таки хотим создать такую картину, насколько можно лучше. We might share a few of our problems, возможно, but not the real ones. О некоторых проблемах, о некоторых недостатках мы тоже напишем, но все-таки не самые важные из них. Don't we find that also even in our churches? Я думаю, что даже в наших церквах такое происходит. If we stand before the congregation and confess our sins. Когда мы стоим перед церковью, и нам нужно исповедаться в своих грехах. Do we confess the worst of them? Мы с вами исповедуем самые худшие, самые тайные из наших грехов или какие-то мелкие? Sometimes. Ну, может быть, кто-то иногда и самые такие тайны исповедует. Most of us confess the sins we feel safe. Но большинство из нас исповедуют только те грехи, за которые нам ничего не будет, и никто нас особо не осудит. Enough to make people think that we're humble. Люди наоборот подумают, он исповедал грех, какой же он смиренный. And then we acknowledge our sinfulness. Насколько он признает свою греховность. But some of the sins we have in our lives, we don't want to admit those publicly. Но есть такие грехи в нашей жизни, которые публично, открыто мы не будем исповедовать, о них не будем говорить. Other than to say, believe me, I'm a sinner. Может быть, мы просто скажем, поверьте мне, я грешник.
Why? Почему? Well, we want to protect ourselves. Потому что инстинкт самосохранения работает. So the same is true for Josephus. When you read his autobiography. А то же самое касается и Иосифа, когда читаете его автобиографию. You think he's probably the most brilliant man that ever lived. То у вас складывается впечатление, что умнее и талантливее его, ну, наверное, никого больше не было. Well, he was brilliant. Естественно, он обладал умом. But he probably wouldn't be in the same status as Plato or Aristotle. Но, скорее всего, он не был бы на одном уровне с Платоном, с Аристотелем. Or on the religious level, on the same as the Apostle Paul. А с религиозной точки зрения, конечно же, он не смог бы сравниться с апостолом Павлом. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие. И хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. So, let's go back to the significance of Josephus, though, for New Testament history. Однако его труды, исторические труды, имеют огромное значение для изучения истории Нового Завета. В чем же их ценность? Much of what he wrote came from his knowledge of the Old Testament as a scholar, as a Pharisee. Дело в том, что основные сведения, которые он излагал в своих трудах, основывались на том, что он знал о Ветхом Завете, а так как он был богословом. But his value historically rests in that he goes beyond what the Old Testament teaches, and he also consulted numerous earlier historians. And sources. Но дело в том, что он описывал в своих книгах не только то, что написано об истории евреев в Ветхом Завете. Он также приводит много ссылок из других историков более раннего периода. Let me mention three of these sources that were most important to him. Какие же источники были наиболее важными для Иосифа Флавия, когда он писал исторические труды? One of them was the histories and geographies of Strabo, a Greek. Он использовал исторические и географические книги греческого автора Страбона. Second were the chronicles of Herod, King Herod the Great. Второе, он использовал летописи, в которых описывалась жизнь Ирода Великого. See, when we read the scriptures, we don't know much, we don't learn much about Herod. А когда мы читаем Писание, то мы не так много можем узнать о жизни Ирода Великого. We have a few references in Matthew 2. А в Евангелии от Матфея он упоминается несколько раз, вот и все. We can learn a lot about Herod from Josephus, who actually consulted Herod's own chronicles, his records. Очень много мы можем узнать у Иосифа Флавия об Ироде, а Иосиф Флавий, в свою очередь, перечитал летописи Ирода Великого и получил там информацию. And a third source used by Josephus were the chronicles of Vespasian. И третье, что использовал Иосиф, это уже летописи Веспасиана. Which gave him much of the Roman background. Там он уже больше узнавал об истории Римской империи как раз в тот период Нового Завета. And especially his book called The Wars of the Jews. Особенно книга, которая называется «Иудейские войны». That covered the later intertestamental period and the whole of the New Testament period. В которой охватывается поздний период межзаветного периода, а также весь период Нового Завета. That is probably the most valuable single source of information that we have outside of the Bible and New Testament. Эта книга является очень важным источником знаний, внебиблейским источником, кроме вот самой вот Библии. Now let me mention a second important Jewish source besides Josephus. Кроме Иосифа Флавия были еще другие источники, и под номером 2. And these are the Old Testament apocrypha books. First and Second Maccabees. Под номером 2 вы можете записать две книги, которые считаются апокрифическими книгами в Ветхом Завете. Это первая и вторая Маккавейские книги. Now you might be thinking, I can't look at the apocryphal books. А может быть, кто-то из вас думает, не, ни за что не открою апокрифическую книгу, мне нельзя туда смотреть. I'm a Protestant. I'm a Baptist. Я же протестант, я же баптист.
And only the Roman Catholics and the Eastern Orthodox churches recognize the apocryphal books. Только Римская католическая церковь и Восточная православная церковь признают апокрифические книги. Well, let me say this: as Protestants, as Baptists or whatever denomination we are. Я хочу сказать протестантам, баптистам или какая бы еще деноминация здесь присутствует. We do not recognize the apocryphal books as part of Scripture. А мы не признаем с вами апокрифические книги частью священного Писания. But that does not mean that they have no value. Но это не означает, что они совершенно не представляют никакой ценности. They have value as devotional literature. Эти книги могут быть интересны для молитвенного размышления. Christians can read the Apocrypha and find inspiration from them in the same way you could be inspired by reading a good Christian book. Христиане могут читать апокрифические книги и даже где-то находить вдохновение для себя, так же как вы берете книгу какого-нибудь известного христианского автора и читаете ее. But it's not to be taken as scripture, as the word of God. Но, конечно же, не нужно рассматривать апокрифические книги как слово Божие или как часть Писания. But a second valuable help from the apocryphal book is historical value. А вторая ценность апокрифических книг заключается в том, что в них все-таки излагаются исторические события. Because the apocryphal books are, for the most part, books that were written during that intertestamental period, the 400 years between the close of the Old Testament and the beginning of the New. Дело в том, что апокрифические книги в основном были написаны как раз в межзаветный период. То есть, когда закончился Ветхий Завет, еще не начался Новый Завет. Вот эти 400 лет молчания. And so they give us valuable information about the intertestamental period. Поэтому мы можем найти достаточно много интересной информации о межзаветном периоде. This is particularly true of the books of 1st and 2nd Maccabees. Это непосредственно относится вот к этим двум книгам, первая и вторая книги Маккавеев. These books cover the period in Jewish history beginning with the revolt against Antiochus Epiphanes in 167 BC. В этих книгах рассматривается период иудейских войн, начиная с восстания против Антиоха IV Епифана в 167 году. First Maccabees appears to be more historically reliable of the two books. Первая книга Маккавеев является более подлинной и достоверной с исторической точки зрения, чем вторая. It traces the entire Maccabean, or as we will call it, Hasmonean period. В этой книге прослеживается целиком период маккавейских войн или период правления Хасмонеев. From 167 to 100 BC. Это 167 год по 100 год до нашей эры. And first Maccabees. Unfortunately, however, does not cover the New Testament era. К сожалению, в этих книгах не говорится о периоде Нового Завета. But it gives us very helpful background to the New Testament. Но в то же время мы можем узнать достаточно исторических сведений и информации, которые помогают понять Новый Завет. Now, 2nd Maccabees. А вторая книга Маккавеев. Deals only with the events of the period from 167 to 161 BC. Рассматривает лишь небольшой период с 167 года по 161 год. Which is the period of the height of the Maccabean war. Это самая кульминация маккавейских войн. But we have to admit that it is a less reliable historical source than is First Maccabees. Но в то же время еще раз подчеркиваю, что вторая книга Маккавеев не считается столь достоверной и надежной с исторической точки зрения, чем первая. However, it is also helpful, though, in giving us information about that Maccabean war. Но снова мы можем найти очень много интересной информации о маккавейских войнах. Now, the third important Jewish source of information. Итак, третий важный иудейский источник, внебиблейский источник. Is the Dead Sea Scrolls. Это свитки Мертвого моря. Now we do not need to say a great deal about them because I already mentioned that. Мы с вами не будем подробно останавливаться на этом, потому что я уже говорил об этом. But again, the Dead Sea Scrolls are very valuable because they provide so many manuscripts of the Old Testament and about life
in the intertestamental period. А в то же время свитки Мертвого моря имеют очень большое значение и имеют большую важность, потому что они представляют очень много различных рукописей, в которых говорится, в которых записан Ветхий Завет, а также говорится о том, как жили люди в межзаветный период.